Итак, центральная клиническая больница. Время 13:30. Вот. На настоящий момент во дворе ЦКБ находится колонна. Об этом уже с утра были сообщения СМИ. То есть есть машина, так называемый автозак, есть скорая помощь, которые вроде бы были готовы для этапирования Юлии Тимошенко в Киев для участия в судебном процессе по уголовному делу по убийству Щербаня. Вот, но то, что сейчас удалось выяснить у присутствующих сотрудников милиции и немногих журналистов, дежурящих по ЦКБ, значит, до настоящего времени защитников Тимошенко, в том числе Сергея Власенко, Евгения Тимошенко, здесь не было, они не приезжали. Хотя с утра была информация о том, что должен прибыть Сергей Власенко. Вот, но до настоящего момента их нету. Также здесь находятся постоянные дежурные, причем очень мало, активисты ВО «Батьковщина», микроавтобус «Мерседес» с логотипами общественной приемной Арсена Авакова. Альтернатива есть, но раньше, в общем-то, и журналистами, и милицией было установлено о том, что в этом автомобиле прием граждан не производится. И, собственно говоря, он используется как вот поступила команда закрыть дверь. Заело. Он используется, собственно говоря, по пункту обогрева и передвижная столовая для постоянных активистов. Граждан здесь не принимают. В общем, полное затишье под ЦКБ номер 5. А в 16 часов должно начаться судебное заседание в Киеве, на котором будут допрашиваться свидетели. Юлии Тимошенко предложено участие в режиме видеоконференции, но от которого быстрее всего она откажется, так как Сергей Власенко высказал свою позицию, что нецелесообразно принять в режиме видеоконференции. Вот серьезная машина. И это не Евгения. Deutsche Post, что это? Deutsche Post, может, это привезли письмо из клиники Шарите от доктора Хармса. Все журналисты. Елена Львова, Светлана Сирик, видимо, в машине. И все. Полная тишина. Замечательная погода сегодня в Харькове. Колонна дежурит, но понятно, что уже выезда в Киев не будет, потому что физически не успевает. Не так. На этом пока стоп-камера.